1 и 7 января больницы и поликлиники работают по графику праздничного дня. Организовано круглосуточное дежурство. 2 января в больницах обычный рабочий день, а 21 января будет действовать график субботы. Поликлиники же 2 января будут работать по графику субботы, а 21 января, наоборот, по графику рабочего дня. Дежурные смены приемных отделений, отделений интенсивной терапии и реанимации усилят квалифицированными специалистами.